Продолжим выпуск. В Казахстане работает уникальный центр помощи семье. Находится он в Караганде. 99% персонала там женщины. Идею такого учреждения придумали в полиции, так как в большинстве случаев казахстанкам, пострадавшим от бытового насилия, легче довериться именно женщине, нежели мужчине. Есть ли эффект от такой инициативы и скольким людям уже помогли, расскажет Юлия Волкова. Никаких пунктов пропуска с решетками. Здесь обычный ресепшн с мягкими зелеными и желтыми пуфиками. В этом центре есть и юристы, и психологи. А там работает отдельный и первый в стране женский полицейский участок. Помогают не за дополнительную плату, а в рамках рабочего графика. Для детей игровая зона, пока мама объясняет, какая помощь ей необходима. Сюда сбегают от побоев, оскорблений и угроз, когда их становится невыносимо терпеть. Мне стыдно об этом говорить, но у меня дома проблемы в семье. Проблемы у меня во взаимоотношениях с мужем. Он обижает вас, поднимает руку на вас или... Да, бывает. И мне просто страшно находиться с ребенком рядом с этим человеком. Многие жертвы бытового насилия говорят, мужчины-полицейские к таким историям нередко равнодушны. Эта карагандинка узнала про женский центр от подруги, когда окончательно решила развестись и не знала, с чего начать. Консультирую бесплатно женщин по собственной инициативе, потому что когда-то в жизни я сама пережила такой опыт, и мне не хватало именно, наверное, такого места. Происходит какой-то конфликт в семье, это бытовое насилие, очень часто такое бывает. Но при этом всем дальше вытекают другие правовые проблемы. Это развод, алименты, определение места жительства детей, раздел имущества. Я могу подсказать вам, как действовать вам в правовом поле, что дальше делать, куда обращаться. Центр возглавила Гульбану Сатпаева Алпысбаева, которая много лет работает старшим инспектором по защите женщин от насилия. Она давно наладила сотрудничество с кризисными центрами. Если необходимо будет предоставить приют, мы тут же составляем направление, готовим уже койки, места в центре, и женщина помещается тут же, сегодня же, в данный центр с ребенком, в безопасную зону. За 2 месяца работы до нашего центра нам обратились 416 человек, из них 7 женщин и 15 детей мы поместили в кризисные центры. Помогают не только жертвам дебоширов. Эта женщина, например, сегодня впервые за 5 лет прилетела на месяц на родину из Франции и попала с сыном в автобусе в неловкую ситуацию. Уже 2 года карагандинцы платят за проезд по карте ОНАЙ. Но женщина думала, что можно рассчитаться обычной банковской карточкой. За 5 лет времени все так изменилось, все в цифровом формате, все так страна хорошо продвинулась. Ну, карточки, как бы я думала, принимают оплату. Я не знала, что такое ОНАЙ и что по карте без онлайн-карточки ты не можешь оплатить. Алла говорит, контролер стала возмущаться, и их с сыном чуть не высадили из автобуса. Мужчина... Я ему большую благодарность и привет передаю, потому что он оплатил за нас двоих, и мне так неудобно. Если он сможет отзовить, мы вам отдадим обязательно эти деньги. Это простой пассажир был, да? Да, и мы так растерялись. На центр помощи семье женщина наткнулась случайно, гуляя по городу, и попросила девушек на ресепшене установить электронную карту ОНАЙ и показать, как с помощью карты банковской ее пополнять. Хотя, казалось бы, не их профиль, но специалисты помогли. Заняло это пару минут, а для Аллы и ее сына решила большую проблему. Здесь всегда позаботятся о посетителях. Такова уж наша женская природа. Юлия Волкова, Еркеул Антой-Болдин, Первый канал Евразия.